Женька, я к тебе как на работу. Сегодня ты куда намылилась? На оперативное задание. Ну, да, хорошо. А муж знает? Нина Федоровна, вы не в курсе, что у женщины должно быть пятеро мужчин? Муж, любовник, друг, гинеколог и начальник. Ну-ка. Гинекологу нужно все показывать и все рассказывать. Другу все рассказывать, но ничего не показывать. Любовнику все показывать, но ничего не рассказывать. А мужу не все показывать и не все рассказывать. Погоди, а начальнику? Ну, это как прикажет, Нина Федоровна. Ну, я надеюсь, ты не к начальнику побежала?